И в завершение темы. Наши мобильные репортеры побывали в разных уголках муниципалитета, где в ходе акции «Наш лес» появилось много новых зеленых насаждений. В развилке деревья сажали на Ощеринской набережной, где сейчас ведется комплексное благоустройство. С нами сегодня и общественный совет, и совет депутатов, и, конечно, наш колледж Московия, администрация. Мы сегодня все вместе сажаем деревья, которые, я думаю, будут много лет радовать наших жителей и наших потомков в перспективе. Здесь появилась целая аллея из 40 ив и 5 яблонь, создание которой посвятили 90-летию Ленинского района, о чем написано на памятном камне, который торжественно открыли в конце праздника. Ура! Ура! В жилом комплексе видны сотрудники Московского коксогазового завода высадили 70 саженцев. Ели, клены, рябины, ивы и декоративные кустарники. Предприятие не в первый раз облагораживает территорию ближайшего к заводу микрорайона. Весной здесь появилось 40 саженцев сирени. Зеленее стали также советские и жуковские проезды и дворы по проспекту Ленинского комсомола в Видном. Девушка! Опа! Все! Будут в наших микрорайонах зеленеть 7 новых юбилейных аллей из берез, рябины, жасмина в честь 90-летия нашего района. В акции принимали участие все представители администрации и общественных объединений, депутаты, просто неравнодушные жители и, конечно же, дети. Всего в ходе акции в муниципалитете было высажено почти 5500 деревьев и заложено 7 новых юбилейных аллей.